Привет всем! Хочу показать, как вернуть яблочную продукцию в магазин Apple. Те, кто купили на сайте. Вот мой заказ. Ну, здесь уже возврат. Вы когда покупаете на Apple, у вас тут пишется такая же самая накладная, только доставка идет. Мы ее сейчас переведем на русский. Вот. Детали вашего заказа. Вот. А теперь... А под низом будет написано «Возврат». Вот вы его нажимаете, вот такая же процедура будет, как и здесь. Вот, допустим. Вот цена, тролливали, дали. Вот так вот можно вернуть. Посмотреть этикетку вот эту. Так. Такая вот этикетка. Короче, курьера надо ждать. Но курьер уже меня сегодня забрал. Так, и переведу я еще на английский. Кстати, я покупал в Швейцарии. Вот. Переведу на английский. Берем английский. Вот. Это вот так вот выглядит возврат Mac Mini. Вот так вот. Там еще на почту придут от Apple. Так, не от Apple. Вот такие штуки придут. Вот такие вот штуки. Нужно будет распечатать. Раз. Два. От вот такой вот компании. Ну это так. Вот собственно все, что я хотел объяснить. Ну, возвращать еще можно, как бы хочешь не хочешь пользоваться, не обязательно что он думает. Всем всего доброго. Пока.